В Казахстане обновился состав правительства. Указы о новых назначениях опубликованы на официальном сайте Ак-Орды. Так, руководителем администрации президента назначен Олжас Бектенов. Ранее он возглавлял агентство по противодействию коррупции. Роман Скляр сохранил должность первого заместителя премьер-министра. Он занимает эту позицию с января прошлого года. Бывший руководитель администрации президента Мурат Нуртлиев возглавил Министерство иностранных дел. Кроме того, назначен заместителем премьер-министра. Отмечу, ранее Мурат Нуртлиев уже работал во внешнеполитическом ведомстве страны. Еще одним заместителем премьер-министра назначен Галымжан Койшыбаев. Также он сохранил должность руководителя аппарата правительства. Серик Жумангарин сохранил пост вице-премьер-министра торговли и интеграции. Соответствующий указ подписан главой государства. Ерулан Жамаубаев переназначен заместителем премьер-министра, министром финансов Республики Казахстан. Переназначен на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан и Алтай Кульгинов. Сохранили свои позиции министр обороны Руслан Жаксылыков, а также министр внутренних дел Марат Ахмеджанов. Его тоже переназначили. Напомню, эту должность Ахмеджанов занимает с февраля прошлого года.